Есть ребята, которые, да, хотят, и это же не только работа в летний период, это еще в течение года всякие мероприятия, да, и суговые, патриотические, какие-то социальные проекты есть. В общем, много, это такая активная и клевая жизнь для студента. Это довольно интересно, захватывающе, также хороший способ найти новых друзей, поработать и узнать что-то новое для себя.